Саудовская Аравия задумалась о распуске ОПЕК. Власти Саудовской Аравии заказали исследование, в котором рассмотрят сценарий распуска организации стран-экспортеров нефти. Власти Саудовской Аравии заказали провести исследование о возможном распуске организации стран-экспортеров нефти, ОПЕК. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает Wall Street Journal. Данное исследование будет проходить на фоне подготовки США антикартельного законопроекта под названием NOPEC, Oil Producing Exporting Cartels Act. Его цель – наделение американских судов полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес членов ОПЕК, а также стран-участников картельных сговоров на рынке нефти. В королевстве понимают, что спрос на нефть не может длиться вечно. Кроме того, NOPEC никак нельзя игнорировать, заявил глава исследовательского центра нефти имени короля Абдалла Адама Семински. Эр-Рияд сомневается в необходимости существования ОПЕК на фоне того, что Саудовская Аравия и Россия вдвоем могут оказывать достаточное влияние на рынок нефти. Напомним, в конце 2016 года страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 1,8 миллионов баррелей в сутки. Сделка неоднократно продлевалась, однако в июне 2018 года стороны приняли решение увеличить производство на 1 миллион баррелей в сутки, чтобы уйти от перевыполнения условий соглашения. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.